Беспорядки и в Одессе. Здесь конфликт вспыхнул во время праздничного шествия. Все подробности у Андрея Анастасова. С утра к памятнику неизвестному матросу одесситы идут не только с цветами, но и с фотографиями своих родственников, участников Второй мировой. Людмила Шаповалова принесла портрет дяди фронтовика. Как же забыть о нем? И вот я сегодня иду, чувствую, он рядом со мной. Вот мы идем и радуемся, что вот это такой великий день победы. Это же такая радость для всех. Подобным образом к акции присоединили сотни других одесситов. Люди с портретами буквально заполонили всю аллею славы. И вот тут началось. Один из активистов, представитель правых сил, неожиданно поднял над толпой портрет Романа Шухевича. Вот в центре видна эта фотография. Окружающим это явно пришлось не по душе. Началась толкотня, которая моментально переросла в массовую драку. Конфликт полицейские довольно быстро утихомирили, но участники акции возмущаются портретом Шухевича, их намеренно спровоцировали. Все с винтой портрет взял и провоцировал людей. Бабушки, старушки стали его бить. И видите, его вытаскали. У нас другие герои. Другие. И это треба поважать. Их оппоненты возражают. Наоборот, это их спровоцировали георгиевскими лентами и выкрикиванием антиукраинских лозунгов. Наши активисты забрали, ось щойно принесли сюда. Забрали людину, яка хотіла ці стрічки роздати, скажем так, тим людям, які кличуть сюди Росію. Всего же за день в райотделы одесской полиции были доставлены 15 человек за различные правонарушения. От использования запрещенной символики до мелкого хулиганства. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса.